Всем привет, друзья мои! Вы на канале Влоплейс. Мы с вами продолжаем играть во Фростпанк. У нас юбилейная 10-я серия, да, я же не ошибаюсь, надеюсь, я не ошибаюсь. И у нас задача заселить Винтерхолм. Для начала, конечно, найти его, потом заселить, но я думаю, мы справимся, да, потому что у нас вполне неплохо все идет. У нас более-менее показатели, у нас какой-то супер просос с материалами, но я надеюсь, что мы с этим разберемся. Так, и вот здесь у нас, да, мы же сюда отправили, здесь, я имею в виду, на старом, господи, как он там называется, старом дредноуте, мы отправили сюда людей, поэтому у нас, да, немножечко не хватает жилья, но мы сейчас с этим разберемся. И вообще, я на самом деле, я прям не нарадуюсь, насколько же у нас все хорошо идет. Так, не помещаемся. Не помещаемся. А сюда... придется копаться. Копаться, ковыряться. Ладно, ковыряемся, ковыряемся, ковыряемся. Вот сюда вот. Ковыряемся. Все. Так, вот здесь мы прорубимся сквозь льды. Теперь нас внезапно решили сохранить. Ладно, подождем секундочку. Сохранили. Благодарим. Сохранение — это важно. Так, теперь балансим. Да? Так, подождите, что это такое? Достаточно ресурсов для выполнения запрошенного перевода. Да, тут мы переборщили. Так, еда, баланс, нефть. Нефть, нефть, нефть. Баланс, уголь. Тут нет угля. Чуть-чуть товаров добавим. И с материалами мы сейчас плотненько займемся. Так, что у нас? Материалы. Материалы, материалы, везде материалы. Так, здесь, ну, ладно. Отправить ресурсы. Тут у нас недостаток был людей. Повышаем. Повышаем, повышаем, повышаем. Тут ждем людей. Главное не забыть, да? Главное не забыть. И что у нас с материалами? Тут смотрим. Так, тут у нас, я так понимаю, строится жилой район. Тут у нас... А, тут у нас строится железная дорога, да? Помните, мы собирались построить железнодорожный вокзал. Вот так вот он выглядит. Он еще не построился, но вот, давайте... А, нет, это play, да? Это самая низкая скорость. Просто... гляньте на красоту. Вместе со мной вот гляньте на эту красоту. Окей, хранители веры рады. А, потому что мы изучили алкогольные магазины. Ой, мы сейчас поставим алкогольных магазинов. Будет здорово. Или это просто типа они у нас появились? Не знаю, сейчас проверим. Вот, продолжаем смотреть на красоту. Извините, но... вот я в восхищении, честно, я думаю, что концептеров, как минимум, да, которые все это выдумали, надо на руках носить, потому что это совершенно прекрасно, мне нравится, и то, как они цветами выделили районы, очень неброско, здесь как будто бы и не видно, но все-таки мы видим вот здесь вот красные, это у нас промышленность, да, вот эти голубые, это у нас жилые районы. Вот здесь вот у нас, видите, зелененький, сразу видно продовольственный район. Очень-очень-очень нравится мне визуал, очень нравится. Так, хранители веры требуют провести голосование по закону городские алкогольные магазины. А, хорошо. А, о, точно, мы изучили, но пока не можем проголосовать. И они дуются. Ну, проголосуем, елки-палки. Требуют они. Ха. Требуют. Нашли тоже мне девочку бегать за ними. Так, я думаю, что пока что улучшенные пилорамы, улучшенные литейные заводы мы изучать не будем, потому что они все требуют ядер. Они все требуют ядер. А мы не можем себе этого позволить, потому что ядер у нас как раз не хватает просто катастрофически. Так, деятельность аванпостов. Каким образом следует организовать аванпосты?
Затрат на содержание манпоста падает. Это у нас морозоборцы и эволюционисты. А нью-лондонцы у нас хотят добывающие крепости. Эффективность производства ресурсов в манпостах растет. Я думаю, что мы будем за эффективность производства, потому что на самом деле ресурсов они требуют как будто не очень много. Это не ложится каким-то тяжким бременем. Поэтому я думаю, что так. А вот эффективность, то есть на кой они нам нужны, да, ресурсы добывать, мы придумаем, что с ними делать. Все, мы тут глянули, у нас пока что... Так, ага, у нас морозные отряды освободились, да, откуда-то? А, точно, точно, у нас освободились морозные отряды, потому что мы же изучили, открыли эту территорию в конце прошлой серии, и я сказала, что мы в начале этой серии исследуем. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Метеостанция. На этом ванпосте раньше составляли прогнозы похолодания для Винтерхоума. Его пик виден за многие километры. Это идеальное место, где можно разместить маяк, направляющий путников к Нью-Лондону. Ускоряет рост населения. О-о-о-о-о. Это мы любим. Это мы любим. Так, только не тропы, наверное. Ну-ка. Насколько... Подвесные дороги в два раза дороже, но они позволяют торговый путь. Я думаю, что нам понадобится, наверное, все-таки подвесные дороги сделать, потому что мы через Винтерхоум в итоге через него и пойдем. А так нам всего одну недельку, да, вот это уже, ну как, можем дотянуться сразу? Нет, через две итерации только сможем. Так что давайте мы подрубимся к уже существующей просто. Да, все, тут есть. Дальше. Смотрим. Мост Винтерхоум. Вот он, родивенький. Обломки старого моста, ведущего к Винтерхоуму. На ближайшей стороне висит табличка со зловещим предупреждением. Дальше только смерть. Неясно, кто ее повесил. Любители пошутить или суеверные разведчики? Неясно. Так, пятерочку нам нужно где-то выделить. Сейчас мы посмотрим, чего мы отключаем. Так, это и так уже отключено. Я думаю, что отключим мы еду. Подождите, а у нас тут уже все есть. Ой, прекрасно. Короче, вообще тогда вообще замечательно. Это уже исследуется. А мы как раз переведем. Нам нужно больше материалов, соответственно. Мы вот лучше вот этот грузовой корабль мы включим, пускай он тащит нам материалы. Еда у нас пока что в достатке, пускай отключена, пускай они там сами как-нибудь поживут. Все, да, у нас остальное. Вот еще можем плавильню, могли бы улучшить плавильню, но у нас не хватает ядер. Вот, поэтому... Что мы еще будем делать, да? На сдачу. Мы отправляем наших работничков исследовать долину. Все, будем искать ядра. Нам нужны ядра, и нам нужны люди. Вот, естественно, такой главный вообще вопрос. Так, что еще у нас сразу просто бросается в глаза суперсильно, потому что у нас не хватает угля у нас дофига, у нас не хватает мест. Так, надо куда-нибудь вот так вот присобачить бы так. Например, так. Рядом с центром хранения топлива спрос на рабочую силу меньше. Прекрасно. Это сделали. Теперь у нас денежек не очень много, конечно. Но... Так, знаете, что я вижу? Я вижу, что у нас материалы-то... Так. Материалы. Что у нас материалы на карте заканчиваются. Нам нужно действительно... Во-первых, мы, конечно, сюда прорубимся, но в чуть больше долгосрок, да, чем прямо сейчас. Нам нужно будет развивать наш аванпост, который, в общем-то, занимается непосредственно материалами. Все, деньги кончились. Люди вроде живы, здоровы, довольны. Уголь. И у нас, давайте, вот еще что. Помните, мы изучили центр какой-то или... Так, заседание делегатов. Во. График зависит от погоды. А мы не это собирались. Мы собирались алкоголь. Эй, кто это? Почему?
О, фига, ладно. Ладно, потребность в тепле всех районов, кроме жилищных, снизилась, эффективность производства падает, заболеваемость слегка растет. Ладно, фиг с вами, голосуйте. Что-то, видимо, мы там еще пообещали им пораньше. А, мы же обещали принять повестку, по-моему, чью-то. Ладно, это нам не страшно. Это, ну, то есть мы посмотрим, как с этим живется. Из-за того, что все можно переиграть, и видите, все пока что более-менее хорошо, я такая расслабленная, типа, ну, хотите, принимайте, окей. Так, но смотрим. Обещания, которые получили хранители веры. Нам нужно принять их повестку в сообществе хранителей веры. Все. И теперь, я так понимаю, через 8 недель они сами выдвинут про алкоголь, наверное. Ну, не выдвинут, мы выдвинем. Так. Что вот это вот за люди, интересно? Путешествующая экспедиция. Почему она вот тут вот застряла и стоит? Она, мне кажется, уже который вообще год стоит, у которую серию как минимум. Ладно, с ними фиг. У нас трубный гидрогенератор угля мы хотели построить. Вот требует материалов, но он будет перерабатывать нам уголь в нефть. Так что мы сейчас давайте ждем марки. Нью-Лондонцы предлагают исследование закона. Ну, разберемся. Ладно. Обещание, которое получили нью-лондонцы. А вот мы попозже. Мы сперва с хранителями веры, потом они закон, ну, на голосование выдвинут, мы с нью-лондонцами разберемся. Теперь это мы деятельность аванпостов. Ангары сборщиков. Смотрим. Сортировочный ангар сборщиков. Аэродром, с которого сборщики отправляются в морозные земли, а затем каждую добытую ими крупицу пищи отправляют на сортировку в специальные помещения. Эффективность сбора плюс 20%. Нормально. Ангар сборщиков у нас 10% сбора. А почему? Нью-лондонцы вообще эффективно собираются работать? Они вообще собираются работать? Почему здесь 10%? Здесь 20% спрос одинаковый, и при этом у нас никаких минусов. В чем вопрос? Логично, что я сделаю ведь вот сортировочный ангар, а не ангар сборщиков. Логично, логично. Даже по ресурсам одинаково. Слушайте, нью-лондонцы, ну вот, елки-палки, честная пионерская, я вот жители, хранители веры хватают митингами высотный жилой район. Это митинги хорошие, это за меня митинги, не бойтесь. Хранители веры расширяют охват митингов. Наместник, воодушевленный вашей поддержкой, хранители веры включили еще один район в сферу своего влияния. Их члены стоят на каждом перекрестке и проводят регулярные собрания рядом с центральной частью района. Они вновь спрашивают, какие действия следует предпринять. Так, доверие у нас ок. Раз с рабочими как будто тоже норм, да, я хоть и жалуюсь постоянно. Давайте деньги. Хочу денег. Больше денег. Сколько у нас там? 45 в неделю. Вот сейчас еще школу отменить, вообще полтос почти будет. Слушайте, а вот эволюционисты, вы не хотите какие-нибудь митинги? Нет? Я тут не против бы за меня, чтобы митинги кто-нибудь проводил. Так, у нас с пищей траблы. Точнее, скоро начнутся. У нас продовольственный район почти закончился. Новый есть крупный пищевой район. А, ну ладно, мы просто сейчас, значит, вот этих вот ребят, они сейчас закончат, мы их просто перекинем вот сюда. Да. Так, на что я потратила последнее ядро? А, на гидрогенератор угля. Все. Так, он 120 забирает угля и дает 184 нефти. Нормально. Ну, прям в полтора раза лучше. Пора отдохнуть. Общественные работы. На месте. В городе растет число жителей, недовольных нашим законом об общественных работах.
Почему весь город должен помогать добыче ресурсов? Город выжил. Мы больше не испытываем острой нужды в сырье. Может, хватит нам уже вкалывать без конца? Сказал уставший молодой человек, только что закончивший смену. Действительно, нам не угрожает непосредственная опасность. У нас нет срочных потребностей. Может, стоит полностью отменить общественные работы? Давайте. Смотрите, какая я добрая. Вообще просто невозможно добрая. Вот пользуются безбожно. Пользуются моей добротой. Так, тут у нас что? Закончилось все. Прекрасно. Мы забили следующую топливную. У нас... Ладно, это же хорошо, да? Подождите, это прекрасно. Это прекрасно. Надо помнить, это прекрасно. Надо больше вообще складов. Потому что... Что было у нас в прошлый раз? В прошлый раз мы просасывали невероятно из-за того, что у нас... Очень, там просто 6 тысяч, да, 6666, что-то такое у нас в, господи, короче, у нас выжгли весь уголь просто махом, и было очень тяжело, так что сейчас на следующий буран мы, конечно, должны хорошенечко запастись, так что не будем ныть, будем запасаться. Так, но, подождите. У нас, что я вижу, у нас закончилась еда, да, у нас один район вышел в отставку. Пища, я ставлю не улучшенную, я ставлю обычную теплицу с биоотходами. Плюс я сделаю сейчас еще один район все-таки. И я думаю, что следующие мы... Ядра, которые найдем, а мы их, я так понимаю, сейчас найдем, да? Да? Ну, почти найдем. Следующие ядра мы пустим на улучшение нашего района с едой. Так, сейчас у нас 25 человек. Мы включаем китовый городок. Мы... Здесь у нас еще дофига. Все требует по 2 ядра. Ладно, исследовалась, да, новая территория. Давайте сперва неважное, потом важное. Остатки дредноута. Уф! Пустой корпус древнего дредноута возвышается на снежным полотном. Наши разведчики встретили людей, поселившихся в убежищах с подветренной стороны. Как они утверждают, этот исполин был обчищен задолго до их прибытия. Люди попросили отвезти их в Нью-Лондон, чтобы жить как можно дальше от руин Винтерхоума. Они начинают меня пугать. Все, кто туда ходит, возвращаются с кашлем, который только усиливается, сказал один из лидеров лагеря. Не суйтесь туда. Конечно, не будем соваться. Давайте вперед домой. Сейчас мы найдем, чем вас занять. Я подозреваю, что мы этих же самых ребят в Винтерхоумы и отправим. А вот они, родимые руины Винтерхоума. Винтерхоум – город с мрачной историей. Его алчные руководители выжимали все соки из генератора. Это неправда. Я играла в Винтерхоум. Я была очень милой. Я капец сколько народу там похоронила. Когда за дело взялся компетентный капитан, генератор уже был серьезно поврежден и обречен на взрыв. Жителям города ничего не оставалось, кроме как погрузить весь свой скарб на дредноут и пытать счастье в морозных землях. Ходят слухи, что в руинах до сих пор есть ресурсы, но наши разведчики обходят это место стороной, опасаясь токсичных газов, вытекающих из расщелин в земле и завывающих по ночам призраков. Эх, исследовать. Это очень опасное место, мы должны как следует подготовиться. Но сколько же тут всего вкусного. Кстати, тут есть газ, то есть мы сможем с помощью него греться. Так, ну что, давайте. Начали. Так, я правильно поняла, что это... Да, это подвесная дорога, сразу подвесная. Вообще не вижу пока смысла тропы использовать, ни для чего. Так, все.
Еда, пища строится, материалы уже критичны, как будто. Так, механическая фабрика. Какая-то тут механическая фабрика у нас есть, которая не тем занимается. Написано, механическая фабрика плюс 33. У нас три механические фабрики, да? Раз, два, три. Три механические фабрики. Раз, два, три. Механическая фабрика. А, она и просто модуль, и товар. Все понятно. Модуль чуть-чуть у нас прибывает. Я просто не знаю, куда нам их 5000. Еще теоретически их можно добывать. А мы даже не добываем. Так, но материалы. Материалы. У нас производство. Плавильня у нас делает. Имперский грузовой корабль и добывающий район. Подумываю насчет того, чтобы сносить немножко. Но не хочется сносить этих, ну, использующие ядра штуки. Мне кажется, мы все-таки можем исследовать их. Так, во. Ух. Шахта мечтателей. У входа в эту шахту стоит металлургический завод, стены которого увешаны чертежами разных вагонов и транспортных средств. На небольшом стекольном заводе когда-то выпускали хрупкие научные приборы. За долгие годы сборщики унесли оттуда почти все, кроме нескольких инструментов. Но на самом дне шахты еще осталось железо. Вот он материал у нас. Вот он материал. Так, а это у нас база «Стойкость». Заброшенная база приветствует нас вывеской «Стойкость». В лаборатории, где ученые пытались понять причину резкого похолодания, рухнула крыша, но залы для тренировок уцелели, ровно как и аппаратура, с помощью которой обитатели базы пытались связаться с другими городами, где есть генератор. Мы можем отправить сохранившиеся припасы в Нью-Лондон или оставить их здесь, чтобы уменьшить расходы на восстановление базы. Тридера. А вот если я оставлю, окупится ли это? Или нет? Знаете что? Сейчас мы забираем ядра, потому что там прямо сейчас нужны припасы. А потом, я думаю, ядра мы еще найдем, да, или высвободим, может быть, какие-то, я не знаю, мало ли. А так что сейчас мы запасы забираем. Восстановить базу будет сложнее. Так, требуется два ядра. Ха! Три ядра забрали, два ядра требуются. Вернемся позже. Так, эти хотят тропы. Тут у нас продолжаем соединять. Да, чпуньк. Все. Ой, ой. Тяжело будет, говорят нам. Так, а тут у нас нужно соединить вот это, да, экспедиция роута. Невозможно покрыть затрат. А, нет, просто людей. Ладно, потом. Все. Заседание делегатов. Алкоголь, городские магазины. А, я думаю, что мы давайте поголосуем. Мразоборцы готовы к переговору единственные. И... А, потому что не лондонцы уже, мы им что-то там наобещали. Такое ощущение, как будто кто-то еще обещает. Как будто у меня есть какой-то брат-близнец, который тут ходит, обещает всем. Я что-то не помню, чтобы я им столько наобещала. Ну ладно, мразоборцы готовы, давайте с ними и обсуждать. Так, закон товара длительного пользования. Фигня вообще неинтересна. Построить штаб выживальщиков. Оперативная база. У нас есть один штаб выживальщиков. Если честно, я бы потратила место на что-нибудь другое. Давайте мы исследуем фабрику по переработке композитов. Мне не жалко. Все, голосовать. Давайте посмотрим, что там. Ну, никто не сомневается, да? Мы хорошо. Хорошо наобещали. Ой, ачивка. Иметь как минимум 50 единиц дохода от тепломар. Кайф. Ну-ка, что там, правда, прям, правда, 54. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Городские алкогольные магазины дают 9,7. Как? Как люди любят выпить?
Ладно, принять повестку Нью-Лондонсам. Где вы там? Давайте принять повестку, выбирайте следующий закон на здоровье и исследовать фабрику по переработке композитов. Фабрика композитов. Изучить идею, да? Вот это? Вот это. Славно. Все. Ждем-с. Ждем. Сейчас к нам еще народ придет в большом количестве. Так, а у нас новое здание. Появилась логистика. Сортировочный ангар сборщиков. Так. О! О! Прекрасно. Как раз место есть. Все, я надеюсь, что сейчас у нас все увеличится. Тут ребятки сквозь снега идут. Эти ребятки ждут, пока у нас опять будет много денег. Пока не к спеху, я думаю, что щипать вот этих мы не будем, всех ребяток. Хранители веры. Хранители веры успешно исследуют автоматические рабочие. Наместник, хранители веры расширили свою деятельность в новом районе. Они построили сцену и периодически проводят там свои митинги. На последнем митинге они представили свой новый проект, целью которой является автоматический рабочий. Фабрика автоматических рабочих. Результат их исследований, проведенный в частном порядке. Я кайфую с этой игры, правда. Мне прямо очень нравится вот такое, что они такие вещи добавляют. Взаимодействие с фракциями действительно интересная штука. Мы проделали всю работу. Наместник должен теперь выставить этот проект на голосование. Они обратились к вам с просьбой поддержать. Ай, закон. Ладно, нам нужна фаб. Сколько? Это что за автоматические рабочие, если... А, подождите. Фабрика, завод по производству современных автоматонов. Он 1600 нам даст. Продано, продано, продано. Выдвинем, выдвинем. Так. Фабрика по переработке композитов. А я не... А, идет исследование. Все, окей. Ладно. Возвращаемся к нашим... Ну, не скажу, что баранам. Ну, например, так, да? Все. Строим. Здесь у нас мы можем... Требуется 20 морозных отрядов. Сейчас отряды появятся. У нас есть 4 ядра. Нам требуется одно ядро для Винтерхоума. И я хочу... Так, подождите, я вообще забила на этот город, забыла про него. Давайте мы быстренько. Быстренько-быстренько здесь все сделаем. Так, хотя бы люди, материалы. Теперь материалы. У нас есть ядра. Я говорила, мы хотим улучшить наше поселение, которое дает нам материалы, да? Оно будет давать 200 лишних материалов. Ураны больше не вводят из строя это поселение. Нам нужно 2 ядра. Рабочая сила есть, модули есть. Они будут... Все, это максимум? Максимум 600. Так, славно. Теперь смотрим плюсы. Жилье у нас хотят расширения, но я пока что не хочу, наверное, строить, потому что мы сейчас, вот прямо сейчас, очень-очень-очень скоро отправим этих людей в Винтерхоум. Они только отсюда выбрались, а мы опять их отправим. Так, все, построено. Да, построено. Где у нас еще 5? Требования. Пум-пум-пум, медиастанция. Это медиастанция в помощь разведчикам. С разведчиками у нас пока что все прям шоколадно. Так что мы не будем ничего делать.
Похоже. Блин. Короче, нам нужно расширять какой-то райончик. Сейчас мы быстренько. Раз, два, три. Этот расширим, пятерочку получим. Этот уже не расширим, да? Этот уже крупный. Этот уже тоже крупный. Все, и места все тоже заняты у нас. Нас стало больше на 3500 человек. Ой, мамочки. Все, сейчас подождите, подождите. Так, морзоборцы рады. Мы чего? А, мы изучили, что советовали построить фабрику автоматических рабочих. А можно не надо? А можно не надо? Ну, куда нам эти платья еще, благодарю, штуки? Вы что? Ладно, у нас еще есть время. Сейчас мы их всех отправим. У нас прям дофига материалов, наконец-то. Мы можем их чуть-чуть вот отправить, чтобы у нас был баланс. Чтобы у нас был баланс. Так, у нас еды, конечно, стало мало. Но для этого мы тут и сидим, да, чтобы регулировать. И у нас товары. Товаров у нас очень много. А мы сейчас, опять же, народ прогоним. Прогоним. Ай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, это у нас жилой район. Нужен еще один. Даже на самом деле нужно еще два жилых района. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, прекрасно. Прекрасно. Так, здесь у нас есть два. Нам опять нужен завод, центр хранения топлива. Вот никому он не нужен. Никаких бонусов что-то не дает. Здесь уже, видимо, все бонусы собраны. Не знаю. Так, для доступа к глубоким залежам ходил бур глубокого плавления. Я подозреваю, что он просто у нас... этот бур будет, как это сказать, по сценарию нам его дадут. А до этого, типа, не залупайтесь. О, крупнодобывающий район. У нас, кстати, еще без фабрики. Механическая фабрика. Так, и чего? А, это потому что у нас добыча. Добыча. Ладно, я попыталась не туда сунуть. Тут у нас только пилорама. Ладно, пускай будет пилорама. Товар у нас есть. Жилые районы у нас строятся. Можно еще один, конечно, построить. Но вот мне прям... О, 20, 20, 20, 20, 20. Что, ребята, мы готовы? Мы готовы отправить людей в Винтерхолм, в руины Винтерхолма, где очень-очень все плохо? Мы отправим нанятых рабочих. Ожидаются отключения. Почему? Подождите. 3500 человек у меня. Какие еще отключения? От чего отключения? А сколько народу я здесь отправляю? Одной... Спуск в долину Винтерхолма будет очень сложен. Нам придется привлечь ресурсы, рабочую силу и внимание от Нью-Лондона. Уверен, что хотите взяться за это испытание прямо сейчас. И сразу же пишет, мы готовы. Я согласна, мы готовы. Да, давайте, принять. Мамочки. Наместник, радикалы-эволюционисты обратились к вам с идеей. Они предлагают сделать так, чтобы главные хранители веры попали в группу колонистов, которые отправятся в Винтерхолм. Это все было тайная операция, чтобы сгноить врагов в этой яме. Хранители веры давно сеют беспорядки в Нью-Лондоне. Проследите, чтобы самые рьяные их представители попали в основную группу колонистов Винтерхолма. Как только они покинут Нью-Лондон, все акции протеста прекратятся. Ребятушки, нет у нас акций протеста, у нас митинги восхваления меня. Как поступим? Так, мы отправим на работу всех, независимо от их принадлежности, или... Слушайте, решу позже. Ну, решу позже.
Мы просто чтобы их ряды попали зачинщики и хранители веры. Подождите, у нас в Винтерхоуме и так какие-то непонятные газы ядовитые, какая-то разруха, трупы детей там по улицам, скорее всего, разбросаны, никуда они не денутся в эти минус 100 градусов. И мы еще туда и этих, да, зачинщиков. Нет, давайте-ка одинаково. Я лучше я с двумя городами счастливыми буду, чем с одним супер счастливым, а вторым вот таком, таким себе, косеньким, кривеньким. Экспедиция движется в Винтерхоум. Ой, ну что ж, ладно, живем. Так, а кто? Экспедиция. Пока что только, я так понимаю, морозные отряды, да? Движутся. А, зачинщики, я так понимаю, можно было рвение снизить, может быть. Не знаю. Заманчивое предложение, городские алкогольные магазины. Наместнику директора нашего управления алкогольной монополии есть к вам предложение. Наши магазины дают людям представление о том, чего им не хватало годами. Но теперь публика жаждет большего, более широкого ассортимента, большего количества магазинов, увеличенных часов работы, более выгодных цен. Почему бы не удовлетворить их желания и заодно увеличить наши доходы? Некоторые врачи опасаются, что расширение продажи спиртного подорвет здоровье людей и вызовет зависимость. Но дополнительные доходы можно направить на повышение качества услуг, в том числе медицинских. Одной рукой лечим, другой калечим. А, тепломарок она приносит немерено. Ладно, знаете, все взрослые люди. Кто хочет бухать, вот прям бухайте. Действительно, вылечим. Болеть построим на эти деньги, нормально. Места есть еще. Мест полно. Кстати, по поводу мест и людей. Давайте мы посмотрим, что мы можем еще добавить сюда. Мы можем автоматизированная тепловая диспетчерская построить, например. Да, пускай у нас больше тепла будет. Деньги есть пока что, бурана пока нету. И я думаю, наверное, надо еще исследовательский институт, может, лупануть. Ну-ка, тепло. Вообще-то, кстати, у нас вот это вот... О, холод возрастает. А чего? А, потому что дефицит жилья. Все, сейчас мы просто сейчас подождем. Один жилой район построился. Второй жилой район построился. Ну да, не хватает. Не хватает. Ладно, давайте ковыряться. Мы пока денежки есть, пока денежки сыпятся, надо ковыряться. Да, деньги, они не должны лежать. Деньги должны идти в дело. Совет. Заседание делегатов, деятельность, аванпоступ добывающей крепости. Я так понимаю, придется договариваться. Нью-Лондонцы за хранители веры, за. Морозоборцы частично готовы к... Давайте поговорим с морозоборцами. Нам по чуть-чуть нам перекинуть. Так, утвердить закон поддержка экспедиций. Или пыльная угольная шахта. Я не очень понимаю, зачем нам вообще угольные шахты. Давайте-ка все-таки силикатный литейный завод. Ладно, пыльную угольную шахту давайте. Пускай. Нам же не нужно ее строить, просто изучить и все. Все, голосовать. Добывающие крепости у нас сейчас пройдут. Ясно. Так, вот это вот у нас что? Это у нас, я так понимаю, светится путешествующая экспедиция. Это мы в Винтерхоум дойдем, да, вот-вот. Ну, не вот-вот, вообще очень не скоро, но дойдем. Дальше. Установите базу. Установите базу, у нас нету ядер. У нас нету ядер, но зато у нас все остальное в балансе. И я очень сильно хочу людей уже куда-нибудь перекинуть. Ну-ка, старый дредноут, тебе люди не нужны? Разруха есть. Разруха есть, мы умеем ее. Так, 400 рабочих сил, смотрите, нам вот, вот куда нам нужна рабочая сила. Давайте чуть-чуть 500 рабочих сил перекинем. Больше тут вроде проблем нету. Хорошо. Здесь
нужны жилые районы. И что-то изучить нам нужно. Мы пообещали, что мы изучим угольную шахту альтернативную. Изучим. Это не проблема. Все. Дальше. Деньги еще есть. Деньги еще есть. Так. Места для теплиц у нас не осталось. Ладно. Фабрику автоматических рабочих надо не забыть. А еще. Да елки-моталки. А еще нужно не забыть, что нам нужно 3 ядра на вот эту вот генератор регулируемой форсунки. Мы дальше просто исследоваться без него не можем. Так, ладно. Сейчас мы глянем, что у нас есть. У нас есть пустая ячейка. Сейчас. И нам нужен... Трам-пам-пам. Нам нужен 20 морозных... Нужно еще 26 тепломарок. Ускоряемся. Сейчас мы... Так, есть. Здесь у нас что? А чего он такой странный? Как будто замерз. Ладно. Есть и есть. В общем, еще 20-ка у нас будет. И... Ну, я просто хочу дальше исследовать все. Вот, холмы, например. 10 морозных отрядов. Что-то тут у нас ничего нету, я так понимаю. Тут у нас вода, да? Горы. 25 надо. Много. Так, здесь у нас дальше побережье. 25. 20 замерзший океан. Вот тут вообще полно всего прекрасного. Тут у нас уже тоже ничего нету. Тут у нас гора. Так, что у нас тут? Что-то тут у нас прокряхтело? Нет? Нет, не прокряхтело. Нормально все. Кстати, ну-ка. Что мы с ним можем сделать? Мы можем только собрать средства, да? Мы можем улучшить рабочих или завербовать в дружину. Давайте мы... Я периодически тут вспоминаю об этом, вербую. От всех можно завербовать в дружину. 66. Вот эти ребятки. Ох, они могут... Мы можем с помощью них снизить... О! Рвение снизить. Вот как мы можем снизить. Рвение, они чуть-чуть обиделись, но мы такие лапочки, что они на нас не сильно обиделись. Все. Вообще все прекрасно. Все прекрасно. И на этом мы закончим. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. В следующей серии, я думаю, мы уже дойдем до Винтерхоума и будем огребать. Так что не переключайтесь. Всем пока-пока!